Всем привет, кто пришел на мой канал и моим подписчикам. Ну что, ребята, вторая часть по оживлению телефона Siemens MC60. Я даже не подумал своей кукушкой, что вот эти вот дисплеи могут заменяться с других моделей. Кто-то из подписчиков написал, что можно попробовать поставить дисплей от A60, но я не знаю, что получится, потому что здесь дисплей я вижу реально темный, здесь реально светлый. Поэтому давайте смотреть. Не знаю, правда, что из этого получится. Не получится, но будем пробовать. Так. Как разбирается? Тут у нас, смотрю, жесткий такой корпус. Давайте раз. Вот наш дисплейчик. Я взял, попробовал дисплей. Отсоединяется все отлично. На тот, который поломанный. Вытягивается, оказывается, ничего там сложного такого нет. Просто надо было чуть-чуть больше потянуть. Так, отодвигаем корпус. Убираем. Ну и что? Погнали. Сначала разбираем этот корпус. Так, меняем сменную головку. А потом будем пробовать одевать этот. У этого стоит еще транспортировочная такая пленка. Не знаю, для чего их ставили раньше, но ставили. Этот у нас полностью залоченный, поэтому, как говорится, сильно не жалко. Жалко, что чтобы достать дисплей, надо разбирать, все вот это убирать. Но ничего не поделаешь, красота требует жертв. Так. Оказывается, у меня вот этих МЦ-60 я уже попродавал. И у меня сегодня перерыл все дома. Нигде этих доноров нет. Есть много А60, всяких А65, А70, А50 очень много. Непонятно, на кого они вообще залочены. Сзади они почему-то не пишутся. Но стопудово залоченные. Ребят, посмотрите, напишите, может вы знаете где-то калькулятор именно по Сименсам. Может существовал, кто знает, обладает такой информацией. Напишите, буду благодарен, потому что реально много Сименсов вот такого плана. Но шить я не могу их. И, честно говоря, боюсь. Боюсь просто, что я сделаю из телефона просто труп. Неохота, конечно, подвергать. Так. Подложка в некоторых отсоединяется на раз, два, три. А с некоторыми надо чуть-чуть повоевать. Но ничего. Так. Вот, LM15 может даже и подойдет. Может, мне сейчас повезет. Так, я вставлю в его рабочее место, и он будет работать. Так, теперь что мы делаем? Теперь мы освобождаем нашего товарища. Пишите в комментах, как вы думаете, получится что-то или нет. Мне кто-то написал, чтобы восстановить один телефон, тебе надо 10 телефонов. Типа я криворукий. Я не криворукий, может я не все знаю, но дохожу своим умом. Так, вот они. Все идет освобождение от... Все отклеивается. Самое главное, не брать липкую часть руками и все. И все будет хорошо. А ну, L108LM. А тут L1, видите? А вот это зеленое, это как у меня было. Значит, я так думаю, что будет добро.
что все получится. И мы поженимся, говорит, в субботу, и дочку Васей назовем. Так, где мои мягкие, любимые замшевые тряпочки? Так. Так, аккуратно, раз, в пазы. И вот так на место. Все. Сел как улитой. Так, теперь смотрим. Коннектора. Хопа. Хопа. Америка, Европа. Азия, Китай. Все кричат. Давай, давай. Сейчас дадим стране угля. Так, микрофон четко по курсу сел. Я думаю, четко. Четко. Что мы сделаем, ребят? Что я подумал? Что я себе кукушку берендю? Где у нас кнопка включения? Вот это. Хе-хе-хе. Все окей. Спасибо подписчику, который мне подсказал, что я и не додумался. Ну, все, быть добру. Теперь крутим винты. Аккуратно новенькие винтики возьму с А60-го, чтобы даже не юзанные. Так. Потому что есть один подписчик. Ну, не знаю, все сильно хотят, потом, когда суть до дела покупать, куда-то все теряются. Особенно мне нравится вышить и наложенным платежом. Я говорю, переводите, я вам все отправлю, я не обманщик. Все, что видите, то и получите. То я в банк не могу выбраться, то я туда не могу выбраться. Ну, а если я отправлю наложенным платежом, там телефон лежит 3 дня, потом за дорогу я буду платить. Я напишу, почему вы не забрали. Извините, я не смог выбраться забрать. Не, ребят. Такие шутки не прокатывают. Утром деньги, вечером стулья. Вечером деньги, утром стулья. А можно наоборот? Можно. Но деньги вперед. Ничто так не укрепляет дружбу, как предоплата. Пожалуйста. Я выполняю свои то, что я написал. Иногда бывает, вот, например... Мне хочется сделать человеку приятное, могу что-то еще ему подарить. Ну, а отсылать наложенным и потом сидеть, ловить, ждать, выжидать с моря погоды. Извините, не для меня. Прошли мы с 12-го года эту школу. Когда люди тупо просто не приходили, а потом на бабки кидали. Я имею в виду за дорогу. Не, больше такого не повторится. Игорь уже ученый. Так, ну что. Видите, все получилось со второго раза. Ну, получилось же. Получилось. Так. Теперь вставляем нашу сим-карту. И попробуем сейчас позвонить. Уже, наверное, третья часть будет полностью обзор. Смотрите, корпус, все в оригинале. Посмотрел, такие корпуса очень редко встречаются. В основном идут в сером цвете. Сейчас я на аукционе участвую. Хочу еще 2 серых купить. Но они стопудово могут быть залочены, я переживаю. Потому что они под Т-мобайлом. А под Т-мобайлом, ребятки, я не дружу именно по Семеновичам. Так, confirm. Подтверждаем. iMod. Так делаешь, выбили на. Ну, давайте хоть так, зато виднее. Так, Vodafone UA. Все есть. Погнали пробовать клавиатуру. Потому что я ее несколько раз отклеивал. Да, все работает. Что говорить? 4. Бля, взял, выключил. Шарик, ну честно, уже начинаешь надоедать. Куда ты всю жизнь торопишься?
хотел от звонки проверить звоночки, отзвониться. Так, вот тут еще пылюгу вижу. Надо будет повытирать. И потом полностью делать обзор на этого красавчика. Подзарядить аккумулятор. Так. А громкость, наверное, вверх-вниз делается. Я не знаю. Кнопок боковых же у нас нет. Громкость на полную. Все, ребят, все работает. Все, ребятки, вот такой красавчик у нас получился. Звездочка решетка 06-99-69. Спасибо огромное моему подписчику, что подсказал. Теперь я буду просто думать в следующий раз головой, что оказывается, да, что все дисплеи взаимозаменяемы и выпускались не на одну модель. 99-69. Все оригинально, все отлично. Все, ребятки, вторая часть зашла. Мы поменяли с вами дисплей и получили очень красивый оранжевый телефон от компании Siemens марка MC60. Кому понравилось, ставим пальчики вверх. Всем пока-пока. Есть дельные предложения, пишите. Буду проверять, делать. Всем пока-пока.